Дни Шотландии в Петербурге. В Российской национальной библиотеке открылась выставка об истории шотландской литературы. В экспозиции издания 19-20 веков на русском и английском языках. Народные баллады, сказки и предания Шотландии, а также произведения современных писателей. Среди редких книг иллюстрированный сборник стихотворения Роберта Бёрнса на английском языке, изданный в 1800 году в Нью-Йорке. В нашей стране поэт известен прежде всего благодаря переводам Самуила Маршака. Также можно увидеть историю Шотландии в Скотта и первое прижизненное издание «Белой птички» Джеймса Барри. Мы все знаем детскую сказку «Питер Пен». Но мало кому известно, что «Питер Пен» — это лишь несколько глав из другого, более крупного романа, который называется «Белая птичка». И на нашей выставке представлено издание 1918 года, изданное в Петрограде Департаментом народного просвещения. Российская национальная библиотека уже 51 год подряд участвует в Днях Шотландии в Петербурге. В рамках акции провели конкурс рисунков среди школьников. По традиции он проходит в день рождения Роберта Бёрнса. Ребята вдохновлялись его произведениями.